Глава Самары Елена Лапушкина в телеграм-канале сообщает, что парк Щорса, сквер экономистов и территория по Зубчининовскому шоссе стали лидерами всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. В пользу данных пространств большинство самарцев сделали свой выбор. А уже сейчас по нацпроекту «Жилье и городская среда» преображаются три территории лидера голосования прошлого года. Бульвар по улице Чернореченской, третьи этапы парков «Молодежный» и «Воронежские озера». Администрация железнодорожного района напоминает об опасности неформальной занятости. Получая более высокую зарплату в конверте, люди забывают, что теряют гораздо больше. Трудовой кодекс Российской Федерации определил обязанность работодателей в оформлении трудовых отношений с работником при приеме на работу путем заключения трудового договора. Если его не заключить, работник остается без всех социальных гарантий, не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, поскольку он исключается из сферы действия закона об обязательном социальном страхование от несчастных случаев на производстве, лишается гарантированного минимального размера оплаты труда. Родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата, напоминает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг.